Всем привет, вы на канале Мама и Я, и сегодня мы играем в настоящий Clash Royale в Роблоксе. Так, смотрите. Как бы, кто не знает, Clash Royale это игра от Supercell. Если вы не знали, кстати. Говорят, ты видел, игра длилась. В общем, мне очень понравилась игра. Я знаю, что Clash Royale это очень старая игра. А от Supercell те же самые создатели Brawl Stars. И, кстати, смотрите, давайте откроем сундук. Ладно. Claim Reward. Нажмите, чтобы продолжить. Неплохо, наверное. Правда, я никогда в Clash Royale не играл. Ну, такое небольшое представление имею, я же все-таки. Ну, я чуть-чуть так смотрел. Так, открыть. Подождите, ну, если я прав, то в Clash Royale сундуки открываются только через сколько большая бомба взять. Короче, в бой. Да. Не, отменить. Что? Так, смотрите, мы против реального игрока играем. Так, давайте. Так. Так, и давайте еще. Просто... Не, мне пока что нравится. Пока что нормально. Так, давайте. Вот сюда. Так, что у нас вообще есть? Я все, короче, нажимаю. Я потому что в Clash Royale я... Ну, я не знаю колоды, верно. Это то же самое, что знать пик в Brawl Stars, когда ты не играл в Brawl Stars. Кто не знает, что такое пик, это состав трех или двух бравлеров. И как бы, если ты не играл в Brawl Stars, ты вообще не понимаешь, каких именно бойцов надо, хорошая связка получится. Так. Как бы давайте уничтожим врага. Ага. Так, вот эликсиры. Во. Все, ребята, я вроде... нет, это не здесь. В Clash Royale, если я ошибался, можно только было королевскую базу выиграть. Вот, 6 эликсиров. Ебой! Вот, кстати. Мы наконец-таки сделали. Вот моя колода, в общем. Давайте воина зайдем. Улучшить. Улучшенная, вообще не понимаю, где мои денежки тратить. Вот мои денежки. Так. Подожди, я что-то не понимаю. Хотите улучшить? Кстати, у меня вообще что-то тратится. Улучшить карту. Кстати, ребята, у нас ничего, по-моему, не тратится. Я что-то не понимаю. Ладно. Странно. Сейчас просто так на бесплатно все улучшу. Ладно. Давайте что-нибудь откроем. Ну, когда мне легендарка выпадет, я так хочу легендарку, ребята. Кстати, самое что интересное, но здесь про чё?
Ой, Джон До. Простите, я чего-то не понял. Стоп, а что такое звездное улучшение? Вам нужно звездных монет или 10 тысяч монет, чтобы дать карте звезд. Самоцветы. Наборы. Слушайте, слушайте, слушайте. Неплохо, но я только не знаю одного. Мы получили один сундук. 5 самоцветов, воины. Ну, сундуки, давайте вот потом. Мне интересно еще режим. Вы что, серьезно? Ах, только после 5 побед. Ребят, ну, давайте 5 побед быстренько сделаем. Ну, а потом посмотрим. Я очень хочу выиграть. Так, сразу говорю. Атакуем сначала ее. Теперь ставим сразу бомбу. Давай, ставься, 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 ставься скорее. Бля. Давай, 6 эликсиров. Да, 6 эликсиров. Ну давай, быстрее, 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 быстрее. Красава, 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 красава. Так, 5 эликсиров. Что, давайте. Да, ну давай, 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 давай. Молодцы, молодцы. Так, нажмите X, чтобы отменить, нажмите КМ, чтобы поставить. Вот, теперь снайперскую башню ставим. О, нет, 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 нет. Так это и работает, конечно. Так я вам и поверил. Давай, давай. Давай, 4. Все круто, круто. Ну, как бы это все. Ну, ребята, это все. Это выигрыш. Все. Хочешь проиграть? Ну, тогда держи проигрыш. Чего? Хорошо, ну все, все, конец, конец тебе. Ладно, это уже третья победа, она длилась вообще здесь. На жоп, getting level ready to know some more about the game. You can buy new troops, whips and shop stand. Ага, понял. Go and play some Infinity Survival and see how many drops you can kill. Finally, why not check out what this pirate has to say? Well, my job is done. Best of luck and I sure hope me meet again. Я понял, понял, понял. Ага, ага. Все, в принципе, нормально, я посмотрел. Нет, 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 отменить, отменить. Ну почему это так не работает? Я не понимаю. Просто. Хочешь отменить? Нет, конечно. Кто тебе даст отменить? Так, смотрите, у нас 6 эликсиров. Думаю, поставить вот этого человечка. Так, теперь ставим снайперскую башню. Это будет неплохо. Теперь ставим своего огненного какого-то воина. В общем, не спрашивайте меня, кто это. Так, ладно, теперь его ставим. Так, теперь ставим молнию. Просто, чтобы уничтожить своего. Нет, вот это намного лучше. Мома. Не-не-не-не-не. Все, подъезжает бомба. Нет, это так не работает, в общем. Ну все, ребята. Все, мы его убили и просто. Ну, ну, до свидания. До свидания.
тебя хп. Ну, 3-4, молодцы, держитесь пока. Ну, это просто бессмысленно. Ставлю одну бомбу. И у тебя 29 хп. Ну, все. Или подождите. О, не... Все. А как бы, давайте, это, по-моему, была 4-я победа на жопке. Не... Так вот. 2-2. Угу. Хорошо. 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 Так, все. Давайте. Просто ставим загрузку, 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 загрузку. Давай. Давайте ставим. Теперь ставим нашу топовую башенку. Теперь ставим вот эту бомбу. Все, ставим эту бомбу. Теперь просто вызываем сюда вот эту вот вещь. И слушайте. Стойте. Стойте, 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 стойте. Стойте. Нет, 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 нет. Нет. Я думал, все. Как бы до свидания. Так, есть. Мы ему сломали. Теперь давайте подкрепление. Как бы вызовем подкрепление. Подкрепление это всегда было круто. И сейчас, конечно, круто. Смотрите, а что это за вещь? Ой, это бункер такой, типа. Смотрите, ну все, все, все. Ты сам напросился. Все. Фонтанчик мы сносим. Теперь ставим бомбу. Теперь ставим вот этого человечка. Теперь ставим еще вот этот вот. И нет, 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 нет. Вот эту вот грозу поставим. Что просто уничтожить. Нет, мы его не уничтожим. Печально. Нам сейчас просто надо подкрепление, ребята. В общем, подкрепление просто вызываем. Не даем просто главное подойти. Главное это им не дать подойти. Ну, бомба не совсем ты и туда летишь ты. Давай. Давай, топово, топово. Просто уничтожаем. Подкрепление, просто подкрепление вызываем постоянно. У нас-то успевает накопиться вот эта вот вещь. А смотрите, он держится. Он держится. Но это было недолго. Просто я какой-то бессмертный, непобедимый, неодолемый. Достижение. После обучения, чтобы пройти этот квест. Угу. Смотрите, давайте теперь воина что-нибудь. Вот, сундуки 7. Давайте откроем все эти сундуки. А потом пойдем в режим 2-2. Или оставим режим 2-2 на следующую серию. Ребят, давайте так. Если этот ролик набирает, допустим, 10 лайков, выходит продолжение, где мы посмотрим, что это за 2-2. Вот так вот. Так, ну и сейчас мы откроем сундуки. Так, все, открываем сундучки. У нас их много, в принципе, накопилось. Вот там какие-то еще новые, какие бравлеры. А их как даже назвать? Не воины или кто это вообще? Простите, я в Clash Royale не играл. Ну, будем это называть бойцы. Хотя, а как их что называть? Ну да, в комментариях напишите, как их называть вообще.
Так, ну давайте, последний сундук. А потом смотрим, она вообще что выпала. Мега войну какие-то звездные улучшения. Ага, хорошо. Сколько? 9 из 35 карт. Хорошо. Хорошо, взрывающийся нуб. Еще улучшаем до левела 2. Все улучшаем. Хижина их. Нором больше никого не можем улучшить. Хорошо. Хорошо, ребята. Да, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ну и всем пока.